ульяновцы должны соблюдать режим домашней самоизоляции до 15 мая. Следовательно, все утвержденные правила нахождения вне дома также сохраняются. Жители могут выходить в ближайшие магазины, аптеки и больницы, а также выгуливать собак и выносить мусор. Исключение – поездки на работу. При этом человек должен иметь при себе справку разрешения на работу. За соблюдением режима в областном центре ежедневно следят до 90 народных дружинников, а также сотрудники полиции. С теми, кого мы встречаем, проводим беседы, разъясняем, что на улице ходить только в масках, не группироваться. Под наблюдением не только улицы города, но и торговые объекты, магазины, автосалоны. По информации городской администрации, только за вчерашний день сотрудники полиции составили 3 протокола по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Люди не смогли объяснить цели своего пребывания на улице на значительном удалении от дома и без справки на разрешение работать. Их ждет предупреждение или административный штраф. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.